И последнее. В городском парке Зеленограда найдены двое медвежат. Животные были в ошейниках, людей не боялись, позволяли себя гладить, охотно ели прямо из рук. Полицейские отвезли детенышей к ветеринарам. Те определили, что малышам нет и полугода, они сильно истощены. Сейчас медвежата на карантине в центре реабилитации. Там их подлечат, откормят. В рационе каша, яблоки, мед, сгущенка. Одновременно правоохранители ищут хозяев и выясняют, при каких обстоятельствах их питомцы оказались на улице. Thank you.